значении буквы «ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Буквы «ж» в имени – это стремление к эстетической завершенности. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Иногда владельцы этого имени даже преувеличивают собственное значение. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Люди с этим именем желательно еще в юности определиться, кто же они такие. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Человеку с буквой «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Для людей с этим именем характерна постоянная деятельность, любознательность. Они очень смелые и непредсказуемые. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Сидеть на месте, медленно обдумывая планы и решения – это не для них. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.